Победительница проекта Energy Supergirl блистала на школьном балу в роскошном образе. Напомню, выпускница лицея номер 15 заводского района Юлия Шорикова набрала рекордное количество голосов в акции от радио Energy Саратов. В качестве главного приза девушке подарили сертификаты на покупку бижутерии, аксессуаров, платья, а также создание прически и макияжа. Юлия закончила школу с медалью, мечтает поступить в медицинский университет и стать фармацевтом. На торжественной части выпускного вечера она находилась в центре внимания, потому что была ведущей на сцене. Поэтому к выбору образа девушка подошла особенно тщательно. Мужественно выдержала 4 часа в салоне красоты, пока ей делали прическу. Выбирая платье, Юлия сразу решила, что оно будет длинным в пол. На этом подарки не заканчиваются. Скоро девушку ждет фотосессия в новом образе от радио Energy Саратов. Платье, очень серьезно подошла к этому вопросу, но сразу поняла, что мне ближе такая розовая, коралловая цветовая гамма, и хочу быть очень нежной и воздушной, поэтому остановила свой выбор именно на нем. Спасибо Radio Energy, исполнили мою маленькую мечту. Теперь я действительно блистаю на выпускном.